переходим к следующей теме. Естественно, все это связано с войной в Украине. Так вот, Министерство финансов США опубликовало список стран, которые помогают России обходить санкции. Вы сейчас увидите этот список на экране. Ну, вот всего несколько стран. Это Китай, Турция, Сербия, Израиль, Индия и бывшие советские республики. Всего 18 государств. Вы видите, они перечислены у нас на слайде. По данным американского Минфина, через эти страны Россия пытается наладить параллельный импорт санкционных товаров. При этом публично многие из этих стран, главы государства, отрицают, что они поддерживают Москву. США при этом заявляет, что она собирается наказать эти страны, каким образом, непонятно. И поговорим об этих, вернее, об обходе санкций, об этом механизме с экономистом Владимиром Меловым. Владимир с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я бы, наверное, хотела, чтобы вы как-то на пальцах и попроще для наших зрителей рассказали, вот что значит этот список из этих, из 18 государств, и каким образом, вот чисто механически, наверное, на каких-то примерах, они помогают России обходить санкции западные? Ну, смотрите, во-первых, как помогают, это довольно просто. То есть очень много торговых, финансовых и прочих потоков сейчас переориентировалось вот на вот эти вот третьи страны, которые в санкционном режиме не участвуют. То есть для России покупаются товары, которые, допустим, запрещены, поставка их запрещена в Россию, но они покупаются как бы для Казахстана или там Турции, а потом оттуда идет какими-то хитрыми схемами реэкспорт, так что, в принципе, Казахстан и Турция вроде как за это ответственности не несут. Поэтому с самого момента, когда вводились вот эти новые американские санкции, ну, был такой введен стандартный мониторинговый механизм. То есть я бы вот этот список стран сейчас рекомендовал расценивать как пока что мониторинговый список. То есть его наличие означает, что Штаты поняли, что какие-то операции в обход санкций через вот эти страны проводятся. Дальше они будут заниматься, во-первых, установлением конкретики, действительно ли есть какие-то нарушения санкционного режима. А второй момент, что он имеет большой психологический характер. Я вот знаю, что многие правительства и компании вот из этих стран, попавших в список, они очень напряглись, потому что американский порядок предполагает, что если какие-то третьи страны нарушают режим санкций США, то в отношении них тоже будет применена ответственность, могут их активы блокироваться, запрещаться с ними сделки, и их могут приравнять, в конце концов, к подсанкционным российским каким-то предприятиям и так далее. Вот, а поэтому я знаю, что очень многие там напряглись, например, я знаю бизнесменов российских, которые активно по торговым финансовым цепочкам переориентировались на Казахстан, чтобы избежать вот санкционного давления, но сейчас они сталкиваются с тем, что казахские регуляторы, казахские банки, казахские компании отказываются с ними работать, потому что они испугались того, что может быть вот этот прессинг со стороны американского правительства, и фактически вот многие из этих третьих стран, и правительство, и компании, и банки, они присоединяются, как говорят, к режиму вторичных санкций, то есть напрямую, допустим, китайцам или казахстанцам никто работать с Россией не запрещал, но они боятся попасть под американский прессинг, и вот на всякий случай будут работу с российскими контрагентами избегать. Таким образом, я бы вот воспринимал этот список как такое предупреждение, такое вежливое, и уведомление о том, что мы мониторим ситуацию и можем кого-то из вас наказывать за нарушение режима американских санкций. Но пока это вот как бы такой первый шаг, пока какой-то вот конкретики говорить сложно, скорее всего, это именно как предупреждение стоит рассматривать. Вчера еврокомиссар по вопросам юстиции заявил, что Евросоюз заморозил российские активы почти на сумму в 14 миллиардов евро, но при этом из этой суммы 12 миллиардов приходится всего на 5 стран, причем я так понимаю, что эти страны он не назвал, но мы можем предположить, что это самые крупные экономики Европы, соответственно, Германия, Франция, возможно, Италия.
интересно, почему как бы остальные страны Евросоюза ведут себя не так активно и не замораживают эти активы? И, наверное, могут ли вот одни страны, члены Евросоюза, которые уже заморозили активы, заставить другие страны последовать их примеру? Ну, смотрите, там несколько проблем. Во-первых, сама по себе цифра 14 миллиардов – это ничтожно мало. Ничтожно мало. То есть в Евросоюзе находятся путинских и олигархических активов на сотни миллиардов евро. 14 миллиардов на этом фоне – это капля в море. Вот. И здесь есть несколько моментов. Первое – это чисто юридический механизм. То есть в отличие от Америки, в Европе механизм введения вот таких вот жестких санкций против каких-то стран и связанных с ними компаний и предпринимателей, он не отработан. То есть, скажем, в Америке есть вот так называемый OFAC, это Office of Foreign Assets Control, офис по контролю за зарубежными активами, который там, да, там сейчас американцы жалуются, что там немного сотрудников и небольшие мощности, но он много лет занимается вот слежением за соблюдением всех этих санкционных решений и так далее. В Европе такого органа нет. То есть есть какие-то отдельные где-то что-то на национальном уровне, но в целом надо сказать, что у Европы, в отличие от России, нет большого опыта введения и применения санкционных механизмов, поэтому там вот еще такая регуляторно-юридическая сторона этого дела довольно слабая. Вот. И если в Америке отработаны вот эти юридические механизмы, например, ввели санкции против Дерипаски, Дерипаска подал в суд, а правительство предоставляет очень четкие аргументы в суд, почему они считают нужным все это дело заморозить. В Европе таких отработанных механизмов нет, и, конечно, власти очень боятся, что, ну, там вот внесли кого-то в санкционный список, его же принадлежность к Путину и какую-то связь, например, с какой-то злонамеренной политики путинского режима, надо доказывать. Это все такая строго юридическая категория. Европейцы делать это не очень умеют, поэтому такие масштабные санкции вводить боятся. Но я вижу и думаю, что эта решимость будет нарастать. И в том числе, кстати, вот эта вот обнародованная цифра 14 миллиардов, она вызвала много критики, что типа, почему так мало. Там фигурирует большое число списков и активов конкретных, которые находится под прицелом. Поэтому я думаю, что это все так или иначе будет разрастаться, и это только начало процесса. Хотела еще с вами поговорить про импортозамещение, слово, которое стало таким актуальным с 24 февраля. Так вот, тоже к последним новостям. Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина, стала сопредседателем, я процитирую, Координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Что эта новость значит, по вашему мнению? Можете ли вы ее как-то прокомментировать? И означает ли это, что внимание со стороны Кремля к импортозамещению сейчас становится, естественно, еще больше с назначением Катерины Тихоновой? Ну, во-первых, это новость про Катерину Тихонову, она говорящая сама по себе. То есть я просто вижу такой вот вал комментариев в соцсетях, он такой довольно однозначный. Там люди интерпретируют все это дело правильно. Если у кого-то были какие-то радужные надежды, что сейчас у нас импортозамещение заработает, то вот с этой новостью вся эта глава закрылась. Стало понятно, что это будет просто использоваться как кормушка для всяких собственных доченек, там, сынков, внучиков, всей этой КГБшной, значит, плеяды, и как мы уже это видели много лет. Смотрите, на самом деле, вот серьезно, видно, что там вторая новость на фоне Катерины Тихоновой, это что вице-премьером по импорту замещения хотят назначить Мантурова, который сейчас министр промышленности. Ну, слушайте, Мантурова мы много лет знали. Вице-премьером назначили. Да, ну вот, видимо, уже назначили, я пропустил. Ну, во всяком случае, объявили об этом, не знаю, чисто технически произошло. Вот, об этом не речь, да. Вот, мы Мантурова много лет знаем как облупленного. Он рассмотрен, так сказать, под лупой, да. Это человек, который курировал промышленность, и промышленности у нас нет по итогам его кураторства. Как вот мы выясняем, после всех этих санкций в ключевых отраслях начался просто обвал, вплоть до остановки, например, в
автомобильном и транспортном машиностроении просто полная остановка идет. Ну и во многих других отраслях критические проблемы. Поэтому, если хотите понять, что будет с импортозамещением, смотрите на предыдущую деятельность Мантурова. Ну и в целом у нас достаточно примеров. Вот я не согласен с тем, что так ставить вопрос, что импортозамещение началось с 24 февраля. Нет. У нас этот разговор идет очень много десятилетий. И самые такие яркие примеры мы знаем вот 8 лет назад после начала путинской агрессии в Украине. Вы знаете, что у нас были введены продовольственные контрсанкции, запрещен импорт продовольствия и сельхозпродукции из развитых стран Запада. И вот сколько было разговоров, что сейчас мы заместим отечественными продуктами и так далее. Ну, к чему это привело? Мы все стали это есть все российский пармезан. Все это довольно хорошо исследовано экономистами. Сложилось несколько продовольственных монополий, типа Мираторга, которые резко повысили цены, при этом качество ухудшилось. Вот просто наберите там в Гугле «Мираторг повысил цены» или «ФАС, Федеральная антимонопольная служба, расследует Мираторг». И вы примерно поймете, где мы находимся через год с начала вот этих продовольственных контрсанкций и импортозамещения еще в предыдущей версии. Похожая история там в оборонке и в других отраслях, где они пытались это делать. То есть неконкурентная экономика с зажатой предпринимательской инициативой, которая закрыта для кооперации с миром, ну ничего здесь, никакого производства здесь не может вырасти. В современных условиях, в 21 веке, производство не родится в таких условиях. Это как все равно, что сажать там алюминиевые огурцы на брезентовом поле, как пел Виктор Цой. Поэтому, тем более, знаете, когда это все начинает доходить до таких комичных фигур, как Екатерина Тихонова, ну, покажите мне ее успех хоть в чем-то, в чем она занималась. И при том, что в нее вбухали реально огромное количество миллиардов. Покажите один успех Мантурова, который руководил промышленностью, и без слез на плоды его руководства посмотреть нельзя. Поэтому хотите понять, что будет с импортозамещением? Мне кажется, что уже достаточно эмпирической базы, чтобы показать, что там примерно вот стоит ожидать. Ну, я не знаю, может быть, я не права, но не до конца с вами соглашусь. Мне кажется, масштабы импортозамещения все-таки разные. Тогда, да, мы все ели российский пармезан и условный рязанский хамон, но сейчас закрыли такие бренды, как там Макдональдс, теперь у нас есть вкусные точки. Не знаю, закрыли Зару, H&M и другой масс-маркет, где, в общем, все россияне, ну, большинство россиян, особенно в крупных городах, и одевались. Это уже несколько больше, чем просто сыр и хамон. Вы знаете, я могу даже больше вспомнить вам 80-е годы, когда не было никаких Макдональдсов, там, никакого хамона, никаких международных брендов. И полки в магазинах были пустые, но мы, советские люди, умудрялись что-то находить, поесть. Это было непросто, но мы могли этого добиться и даже что-то носили. Вот эту вот продукцию советской легкой промышленности, которую без слез невозможно вспомнить, но мы ходили одетые по улице, не голые. Поэтому, да, технически какое-то импортозамещение будет, то есть что-то отечественное, какая-то дрянь будет поставляться вместо вот тех продуктов и товаров, к которым мы привыкли. Но это будет связано с очень заметным ухудшением качества жизни, которое уже фиксируется статистически на уровне данных, экспертного анализа, опросов и так далее. Поэтому, то есть, одеты будем, что-то будем есть, как говорят, войну вообще ели, крапиву или беду. Но это все, конечно, будет не сравнить с тем качеством жизни, к которому россияне привыкли вот за последние пару десятков лет. То есть еще такой вопрос про будущее. Будет россиянам будет жить только хуже, я правильно понимаю? Просто это то, что всех волнует. То есть помимо, собственно, падения доходов и того, что будет меньше денег, будет еще очень серьезное падение качества товаров. Ну вот еще раз, скажем, РБК недавно публиковал результаты опроса масштабного по всей стране, который показывает, что примерно треть россиян отмечает, что резко ухудшилось качество продуктов питания в супермаркетах. Но это действительно так, и это будет прогрессировать. То есть это влечет за собой там массу всяких последствий там, для здоровья и прочего. Да? Поэтому вот с этим ухудшением качества потребительской корзины мы в ближайшее время будем сталкиваться. Вот
Собственно, цена за... Вы знаете, я не знаю, вы, может, слышали, недавно выступал на эту тему в Думе председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, «Единорос». И он очень четкий поставил вердикт. Опять же, вы в Гугле можете легко эту новость найти. Импортозамещение, это значит, будет дороже и хуже. Все, мне нечего к этому добавить. Товарищ Макаров абсолютно емко и точно выразил вот суть этого явления. Знаете, зрители в чате тоже пишут об этом как раз, что будет дорого, да, и плохо. Спасибо огромное, да. Владимир Милов.